Всем привет! Решил сделать дополнение по своему видео по Скотту Эйлеру, ссылка сверху. Как я уже последний раз сказал, я поставил Скотту Эйлер оригинал, поэтому у меня здесь стоит одна вот сторона, смазывается трубка. Вот она сюда идет и смазывается, как я уже сказал, мне не понравилось вот так вот. Здесь можно видеть, то есть мажется вот этот сальник, мажутся ролики, и смазка выходит вот сюда, на кантик можно видеть. Сюда, на эти сальники, смазка практически не попадает. Может быть, совсем чуть-чуть, но, судя вот сейчас, даже как я вижу, здесь блестит, смазано здесь пылью немножко. Может быть, какого-то достаточно фильма там и так далее, но я решил все-таки немножко усовершенствовать и поставить двойной смазчик. То есть будет мазать с двух сторон звездочку и цепь. И из-за того, что мажется только одна сторона, мне приходится, у меня механически, я открыл где-то наполовину ее. Слишком много масла бросает. Для того, чтобы сюда побольше масла попадало, он обогащает его слишком много и бросает. То есть пластик весь, задний номер вот можно видеть. Забрызган, здесь я помыл немножко, уже чисто. Ну, то есть, вот немножко пластик подкидывает. В общем, решил немножко усовершенствовать, поставить на две стороны. И сделаю небольшой тест, проверю. Был приобретен вот такой комплект. Все, что для того, чтобы поставить двойной вот такой на две стороны. В общем, есть в комплекте есть все. Также, я думаю, можно сделать самому. Но я, если честно, решил не колхозить, а поставить оригинальный, как есть, крепление, шланчики. То есть самому можно сделать, найти тройник пластиковый, есть для аквариума, например, я видел несколько раз, в него вот подключить две такие трубки с выводом, ну вот принцип вот такой, да, скажем, только с тройничком, и вот идет до него дополнительно, есть маленькие дополнительные. То есть можно сделать, я думаю, даже самому придумать. Но я, как уже сказал, не хочу это делать, поэтому я оставлю оригинальный. Снимать я установку не буду, там ничего сложного нету. Снимается старая, вот такая же. Вот у меня такая же стоит. Ставится новая, такая же подсоединяется, и все, вся проблема. Самое главное выставить углы, и все. И также хотелось бы дополнить то, что в комплекте есть еще вот такой бланк, который можно заполнить и отправить им, если не хватает чего-то определенного для того, чтобы установить Скотт Ойлер. Здесь заполняется модель мотоцикла, телефон, адрес и так далее, там, тому подобное. Заклеивается, и вот так без всякого конверта и марки закидывается в почтовый ящик. И вам приходят на него дополнительные аксессуары, то есть абсолютно бесплатно. Там переходнички разные, если что-то нужно, или там для вакуума какие-то переходники на модель, которые идут с резьбой и так далее. Это они досылают все абсолютно бесплатно. Это работает тоже наверняка. Итак, заменил я на двойной. Вот, как я уже сказал, крепится вообще без проблем. Двумя крепежными. Здесь соединение. Я соединил еще так для страховки. Я делал еще одну резинку сверху, хотя здесь обрезается, соединяется без проблем. Вот так он держится, там он еще приклеен немножко на двусторонней ленте. Так идет одна, вторая. Важно заметить, чтобы между ними было расстояние, чтобы не касалась звездочка. Ну, выставил вот сюда, как и на прошлом, под кант цепи. Сложнее оказалось выставить другую сторону цепи, которая находится вот здесь. Вот так через колесо. Вот так, чтобы оно работало, не касалось, ничего там не било, не болтало. Ну и все. Вот сейчас выглядит цепь вот так. С односторонним. Я ее сейчас полностью почищу, помою. Примерно вот так выглядит почищенная цепь. Как ее очистить? Ссылка. Думаю, самое время подвести итог. Проехал я пару сотен километров. Увидел, что мажется с двух сторон. Подачу масла я немножко убавил, потому что, когда я оставил прежнюю, было немножко много его. То есть, опять начало понемножку бросать, хотя мазало две стороны.
тем не менее, можно немножко поубавить. Сейчас мажется отлично, сейчас с двух сторон сальники в масле, цепь в масле, все отлично. Вот так выглядит цепь. То есть, если присмотреться, видать, что сальники имеют блеск от масла. Цепь смазана, все отлично. Еще одно дополнение. При использовании двойного смазчика, если вы будете использовать простое масло, он его не пропускает через себя. Скорее всего, изготовитель сделал так специально для того, чтобы пользовались только оригинальным маслом. То есть с маслом производителя от Scott Oiler. Лично я использую вот такой баллончик 200 мг. Стоит он 15 евро. Если ждать акции и так далее, можно купить его за 10 евро. Ну, на этом все. Всем удачи, увидимся на дорогах. Всем пока.